В Уганде на границе с Конго, в горах Рувензори, на площади в 1000 кв км раскинулся национальный парк горы Рувензори, уникальное место, известное богатым растительным и природным миром. Вершины гор Рувензори, среди которых находится третья по высоте гора Африки, пик Маргарита, 300 дней в году скрыты шапкой облаков. Предполагают, что это именно те самые лунные горы, которые упоминают античные авторы как место истока Великого Нила. Сегодня, впрочем, горы Рувензори более известны как одно из самых красивых мест Африки. Территория, заселенная редкими исчезающими животными и растениями, некоторые из которых встречаются в мире только здесь. Ледники и озера, водопады и горные склоны, вечнозеленые леса, бамбуковые заросли, саванны, альпийские луга, древовидный вереск, ландшафты здесь меняются в зависимости от высоты, на которую поднимаются туристы. Благодаря тому, что на землях, которая сегодня занимает национальный парк горы Рувензори, никогда не основывалось поселение в силу труднодоступности этих мест, а также из-за местных климатических особенностей, сегодня на территории этого заповедника сохранился во многом уникальный, первозданный природный комплекс. Специфичное разнообразие здешних растений и животных не могло не укрыться от внимания мирового сообщества. В 1994 году парк был включен в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.